Спать давай, Валер, быстро. Валер, спать. Молодцы. Так, ребят, я пошел на Тарасгель давать. Колька все купил. Он делает кашу с курицей. Я пошел лечить. Я тупанул, знаете, что я вчера уже вроде рис дал, все им легче стало в плане кала. И дурак на ночь дал им конину, блин, эту долбанную. И у них опять, смотрю, чуть. Сейчас вот все. Я забыл про курицу, елки-палки. Сейчас будем на курице, ну нафиг. Говядина и курица, но лучше курица пока. И щенков будем выкормить. Начинать с курицы, он легче. И на желудке восстановить. Я сглазил, сказал, как хорошо они в туалет ходят. Блин. Граф тут газует на всех. Все ему уступают. И этот самый. Короче, даже Аяврик бедный не подходит к нему, когда отпускаю к Луне. Граф ее под себя уже заточил, все ему уступают. Ладно, давайте, работаем. У Кими кобель шоколадный, я в шоке с него, я его себе хочу уже оставить. Вот так вот, вот это бомба уже. У меня кошки молодцы. Накакали и закрыли, нашли же что-то. Чем закрыть, молодцы прям. Ужас. Это называется рано вставать надо. Вот я в 9:30 где-то проснулся. В 4 утра почти лег. Вот так. Бамбичи. Все, пришли все, молодцы. Симба, уйди отсюда, дай мне пипец. Нашел. Нет, Симба, пш-пш. Задолбал, блин. Карабкается, блин. Симбон, так некрасиво делать, малыш. Палишь меня на всю контору. Ужас, что творится. Граф защищает. Все его боятся. Все уже признали, что это графа. Девушка. Никто не хочет. А этот... Нельзя, нельзя, нельзя. Взяла, смотрите, как укрыла красиво, а. Смотрите, мясо укрыла. Жесть. Муса, давай, я тебя туалет отпустил. Бедный. Сейчас, давай, туалет, бегу. Сейчас, сейчас я тебя отпущу, сейчас. Так, в город еду, там куча заданий у меня. В городе. Мы эту долбанную. Эту не чуть покромсали, да, чуть-чуть. Конину долбанную. Вот так просится. Сейчас отпущу, смотрите, что будет. Смотрите, оп. Я думал, ты туалет хочешь. Да? Давай туалет, давай. Жесть, жесть. Тихо. Молодцы мои. Так, девочки, вас кормлю сейчас, давайте. Ух, шпагатики. Че, не кашляешь уже, мам? Надеюсь. Тихо, тихо, ну Киара, ну зачем было прыгать, малыш? Гулять. Молодец. Ой, эти пища. О, какашки нормализовались. Ура, я счастлив. Какой дурак этот долбан. Конины. Где, посмотрите. Моя львича, царица. Здрасте, 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 хитрулька моя, нежная. Хотя. Мои шлюки, ух, мои девочки. Посмотрите, какие когти, больше моих намного, офигеть. Я им резал перед родом, еще надо порезать. Так, сегодня много тоже дел. Завтра уже солнышко будет. Фу. Плюс, значит. Чекнули? Не, не нужно. Ребят, флексатит взял. Спайку наконец-то есть. И клещедюр такой. Ребят, пришел за свет платить. За 2 месяца 14 300, короче. За 2 месяца. Прикол, хотите 14 чем-то платить и 14 чем-то на карте.
Все, пришел подписчик. Вот. Привет всем. Пару слов быстро. У него очень хорошие собаки, очень добрые. Он сам очень хороший человек. Молодец. Все, спасибо. Давай. Ребят, коврики наши. Я иногда боюсь выезжать в город. За связь заплатил почти 15, скажем. Ну, 14 пусть будет. 6 тысяч за ковры — это 20. 2000 за спайку этот, лекарства, 22 тысячи крупными, плюс там шампунь, не мампунь, в общем, сейчас еще магнит за эту курицу куплю, понимаете, да? Еще газа заправил, помимо этого расходы еще каждый день, ну, по-любому. Купить мясо надо, 3-10, в общем. Кто думает, что все просто, не просто. Расходы бешеные. Еще плюс стройка. Взял по скидке дешевые тапочки. 200 рублей эти, 400 эти, короче, курицу. Мусорные мешки стирать. Короче, вот так вот. Все, на карте второй не хватило. Иду наличку брать. 3470, прикол, я взял. Чует, пипец. Почти 30-ка, вон, яйца еще взял. Здравствуйте, барбосы мои, здравствуйте. Как дела? Сейчас график отпустим. Там. Это что за понос? Поливал я эту дебильную эту, как ее, конину. Сейчас позвоню, пошел он нафиг. С этой конины иду. Граф сел тоже, слегка запоносил. Сейчас позвоню, пусть. Как не возьму в этом Нефтегорске мясо, обязательно что-то по носу собак. Короче, больше нафиг с Нефтегорска брать мясо не буду, это раз. И два, мне что-то предупреждало, я говорил, блин, прям вот мешало мне поехать забрать это мясо конину. Я помню, я даже хозяину сказал, говорю, что-то вот как-то не клеилось, еле приехал уже в потемках. Сейчас позвоню, пусть деньги возвращают, но его нафиг. Мясо такое, что ужас. Это всех сейчас от поноса лечи. Диету дай. И убирай все вольеры. Сейчас там прям черная жидкость. Жесть. Капец, она должна оттечь уже. Звоню, трубку не берет. У кого мясо? Пойдем, граф, вольер. Давай, оттекаю уже. Я говорю, попробовал. Ну, уже оттекает. 15 дней. Она в тот раз 15 дней тоже оттекла. Так, ладно, я выбираюсь. Спасибо за конину. Сейчас буду все мыть. Блин, надо щенками заниматься, а я тут просто ужас. Все перемыл. Лунка, давай, Валер. Луна, Валер, бегу. Мать, сиди, малышка. Вот и все, солнышко. Так, идем, давай. Пойду щеночком посмотрю, ребятки. Граф там через клетку пытается. Сейчас пойдем щеночком стоп-проксид. Последний раз давать. Неужели? Я ж ненавижу это лечение все. Пойдем, граф, Валер. Граф. Граф. Давай, Валер. Нет, Валер. С тебя. Так. Все, кал нормализовался. Сейчас буду здесь стёрки. Поросята. Гиганты. Чё ты трясёшься? Чё холод? Чё моя девочка? Чё моя шлюхочка? Чё мои зёвочки мои? Какие вы хорошие.
строительство продолжается. Ай-яй-яй. Все, договорились. Как могут турки и армян не договориться? Армяне. Все, Эльдар, давай, завтра жду, с завтрашнего дня начинаем работать. Везешь, звонишь, и я там. Все. Все. Ну во сколько вас ждать? Во сколько привезешь? Вот как ты загрузишь, скажешь, я... Все. Тебя все равно не сразу привезут. Все, добро, давай. Ну, сам 10 ориентируйся, по-любому. Надеюсь. В смысле, день уйдет? Нельзя. Ребят, я тут убираюсь, в общем. Смотрите, что я обнаружил. Кто-то грыз прям. Прям краска слезла, прям. Муса хочет подойти, боится. Че ты мне проходу не даешь, да, Дерни? Там надо у багирки, у Кимки чуть перемыть. А то там больше. Питалась в доску. Сейчас будем мыть. По ходу дела начнем варить еще курицу. Бульон налил в банку. Будем жидким. Короче, чтобы жидкость тоже кушали. В общем, варим. Хочу и луни дать. Ну, мясо отварное. С рисом. Молодцы. Может, хватит уже этой любви, малыши? Жесть. Жесть. Больно, да? Капец. Луныч, остановитесь уже, хватит. Писец. Яврик уже боится, все графы уже боятся. Сегодня нормально их покормлю. Эта конина все вообще, вот как назло, а? Предложили, бля. Сказал, точно нормальное мясо. Хрен знает, что за мясо. Получится. Не берет трубку. Не в зоне действия вроде или что. Поэтому Яврик, я не хотел отпускать тебя. За вами следить. Луна, угомонись. А Яврик в шоке. Граф, успокойся, иди к себе быстро. К себе пошел. Бегу. А этот тут как тут прилетает сразу. Ты че? Все, успокойся. Ты тоже угомонись, чтоб завтрашнего дня перестала ходить, граф. Уже устал. Тут опять пришел. Это дурында. Обгрязный коврик Чинков. Обтирайся. Может, меня не мыть, он уже вон обтер нормально. Уже не такое желтое. О, миски собой. Завтра это все мыть. Сейчас увлажню, что. А завтра помою нормально. Гулять, иди. Симба, иди гуляй. На сволке гуляй. Сейчас будем закрывать. Молодцы. А я. А вы что там делаете? О, шкребете. Колобуська, пойдем. Поздоровался, хватит. Класс, да? Пойду уровень пробивать, чтобы понимать, какой ригель там. Чтоб есть что под плиту. Короче, давай, вольер, малыш. Хотя нахер нам это плиты перекрыть, а лучше залью монолить. Это будет, по-моему, колобок. А Яврик, давай, малыш, давай. Чистый вольер, не какует вообще-то. Валер. Иди, Валер. Колобок, иди, малыш. Скоро это все закончится. Иди. Малыш, такие хорошие. Малыш, какой холёсь. Смотрите, как. Вообще ничего не тронули, не разворотили. Молодцы. Еще одна отвалилась. Паша так делает. Я ему говорю, на болты сажал, он взял на саморезы.
даже не спросил. Друзья, сейчас вам расскажу, что я буду дальше делать по стройке. Нормально так. Так, расскажу, у меня будет просьба. В общем, смотрите, получается, вот так пойдут ригеля. Здесь один ригель, там 1-3 метра от стены, чтобы стену можно было возвести от соседа, ж надо отступать. Потом... Что там собаки? Так, затем вот так вот пойдут. Раз, два ригеля. Вот так, 3, 4, 5. Вот так пойдет, вот так. С предпоследней вот эти столбы пойдут. В общем, это все большие деньги. И сейчас я не знаю, просто я обычно стримы делаю, рассказываю. Решил видео, потому что знаю, что больше людей будет смотреть. И может... Кто поможет? Друзья, такое обращение. Обычно я на стройку всегда возлагал свои надежды на YouTube ролики. Сейчас доход сильно снизился, реально снизился сильно. Поэтому я, вот это почему я делал, потому что это надо сделать. Вот на самом деле я не хотел тратить лишние сюда. Но ну надо, вот оно надо, вот это сделать, ригеля, а потом уже по мере возможности дальше потихоньку заливать или ставить плиты. Ну не факт. Суть не в этом. Суть в том, что вот, это, скажем, не запланированные расходы, которые я не собирался сюда вкладывать. Я хотел вот это сделать. Я и буду это делать, да. Щенки будут продаваться, постепенно это сделаю. Бамби куда залезла, смотри. Офигеть, на арматуре. Бамби, а ну залезь обратно. В общем, кто может, ребят, поддержите. Потому что я даже суммы не хочу назвать большие. Вот с Эльдаром общался, с мастером. Он тоже мне назвал, ну, максимальную сумму, что я вообще представлял за работу. Одна работа выходит почти 300 тысяч. Только работа плюс арматуры, доска, бетон, кран, бетононасос, краном, чтобы это все ставить. В общем, ребят, кто сможет, пожалуйста, поддержите, буду искренне благодарен. С миру по нитке, реально мне тяжело, очень большие расходы. Ну, в общем, сами, наверное, знаете сейчас как. Поэтому, друзья, у меня в ссылке в описании всегда прикреплена карта. И, может, комментарий тоже прикреплю. Пожалуйста, кому, кто хочет поддержать в нелегкое время, буду очень благодарен. Заранее всем спасибо. В любом случае, если даже не поддержите, я в любом случае... Буду выкарабкиваться, делать, потому что большой, слишком большой объект. В общем, я в любом случае знаю, что я все сделаю. Просто хотелось бы ускориться. А вот с этим я уже торможусь. Хорошо, причем торможусь. Я хочу до зимы перейти, собак сюда перевести. В первую очередь для их здоровья. То, что у меня там дом сыпется, бог с ним, я могу и в вагончике пожить, скажем, да, что-нибудь. Я за себя не переживаю, переживаю за моих собак, потому что, ну, блин, я ответственен перед ними. В любом случае, друзья, все будет хорошо. Кто сможет, поддержите. Я уже дал аванс работнику. Все, с завтрашнего дня начинаем работать. Спасибо большое. Ребята, опять-таки, я это рассчитал, я это сделаю. Мне будет очень тяжело, вот это приостановится вся. Я хотел все сюда сейчас начинать делать. Поэтому я как бы не то, что там все договорился и надеюсь только на вас. Нет. Поэтому я говорю, кто может поддержать, ребят, буду очень благодарен, очень, потому что я один и вот эту всю тяну, всю эту массу сам, куча животных. Ну, в общем, сами видите, все масштабно.
Хотя бы некоторые моменты вот так вот, если поддержите, мне будет гораздо проще, гораздо. А так, как говорится, рассчитываем на свои силы. Люди на стримах помогают. Ну, почему обратился в видео? Потому что на стриме помогают, ну, грубо говоря, просто вот напожить, собак накормить. А стройка, тут суммы совсем другие. Поэтому, чем больше людей посмотрит, а ролики больше смотрят. Поэтому буду очень благодарен. Все, спасибо. Так, девочек накормил. Энтеросгель сейчас Луне будем давать. Ребят, некогда снимать, честно. У меня уже голова кружится, болит, потому что кушать хочу. Я еще ни хера не кушал. Утром супчик поел, и все. Сейчас Луне дадим. Капризульки наши. Вот, кушают девчонки. Прямо от души налил. Насыпал. Сейчас, вон, подожди. Сейчас ты будешь бредничать. Нельзя, нет, нельзя. Молодец. Красивая такая девочка, красивая такая. Такая красивая. Такая слёдка. Моя девочка. Ой, Лун, сейчас начнется, да, малышка? Утро в колхозе. Ну, надо. Так, что делать? Куда камеру установить? Покажу. Так, что так? Так, ладно, брать это. Попробуем одной рукой. Будем? Нет, одной рукой не получится. Так, а куда ты встал? Блин, сейчас кирпичик возьмем. Так вот поставим. А ну вот поставь. Постой, немножко стой. Ну, все хорошо, хорошо. Да, хорошо, говорю, нормально будет. Тетя моя сегодняшка, моё. Тетя моя сегодняшка. Лёнка. Лёнка, ты чего? Ты чего? Ты чего? Стой. Не, Лёнка, сюда не делай. Давай, давай, надо. Ты захолёси? Ты захолёси у меня? А чего дитя держит? Посмотрите на её морду. Лёночка, а чего дитя? Чего дитя? Чего? Будем делиться? Луна. Один раз и все. Последний, малышка, последний. Так, давайте попробуем еще. С ней надо по-хорошему. Стой, стой, моя зеленка, дайте мою. А, мой, мой персик мой, мой персик мой. Стой, 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 стой. Дайте мою девочку кушать. Давай, 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 давай. Только не откуси мне руку. Молодец, вот, хорош, хорош, хорош. Молодец. Вот так все, чуть-чуть осталось. Подождите, Лунка, подожди. Лунка, подожди, все. Почти все, да? Давай. Еще один шприц. Давай еще один шприц. И готово. Да? Лунка. Иди, мое солнце мое. Иди, моя девочка. Все хорошо? Лунка. Лунка, иди сюда. Лунка. Лунка, иди, моя девочка, тебя лечить будем, моя девочка. Моя сладкая, моя стой. Ну стой, мы ж лечим тебя. Давай вставай, давай вставай. Давай, молодец, молодец. Ну все, 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 моя сладкая. Дети, моя девочка, моя. Дети, моя сладкая, моя девочка, почлю. А,
тетя моя. Ну все, все. А что? Вот это аккуратно делаем, да? Ой, с волками, ой, с волками, ой, с волками. Как ты зелёс, а? Луночка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, молодец. Ой, моя сладкая. Иди сюда. Вот второй раз, как я взял, это самый удобный вариант. Иди сюда. Луночка. Ай, Луночка. А иди сюда. Иди сюда. Мы шлячимся. Последний раз, Лун. Последний. Стой, стой. Не, не, Лун, иди сюда. Иди сюда. Иди, иди, иди. Лунка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Молодец. Луночка, иди сюда. Лунка. Иди, моя девочка. Иди, моя сладкая. Иди, моя девочка. Вот так она может прикусить. Надо ее вот между ног. Луночка, Луночка, Луночка. Эти мои девочки. А что? А чего? А чего? А чего? Ну все, 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 все. Моя прелесть моя. Эти мои сладко. Давай, давай, сделаем один раз. Ай, с аявриком проще. Иди сюда. Давай, все, делаем, давай, все. Малышка, я же тоже не могу накручивать. А ты курицу будешь кушать? Да. После этого курицу. Малыш, стой, стой. Лунка, иди сюда. Ой, ой. Ой, вы брожулька. Стой. Жесть. Луна, точно нет? Ну, последний. Луна, иди сюда. Вот сейчас строже буду, уже сделаю. Луна, иди сюда. Лунка. Луночка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вот с ними жестко тоже будешь, они начнут тоже потом это. Еще больше стрессовать. Все, 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 все. Иди. Стой, стой, стой. Смотрите, как она. Смотрите, как. Стой, 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 стой. Скалится уже. Ты уже скалишься. Ты уже скалишься. Да, волк, волкам по барабану, кого клацнуть, если они чувствуют, ну, какую-то небезопасность. Ну все, а что? Все. Один раз, Лунка. Ты девочка хорошая. Вставай. Лунка, вставай. Луна. Лунка, вставай. Давай, 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 давай. Луна. Луна. Кто там, Лунка? Спайк, скажи, чего она тебя не слушает, а? Иди сюда. Иди сюда. Луночка. Обойди сюда. Иди сюда. Иди сюда, малышка. Да. Как с ними тяжело. Луночка. А я сейчас открою. Все? Волк в клетке? Волк в клетке? Волк в клетке? Ну все, все, все. Я тебе лучшего делал, малышка. Ну тебе ж плохо. Че ты тоже? Ой, 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 ой. Че больше не делать? Хватит тебе, может. Хватит тебе. Лун, хватит, думаешь? Точно. А если сделаем? Нет? Ну все, все, ладно, ладно. Я ж тоже упрямо уперт. Да? Да, моя хорошая? Ну давай, еще разок вроде ты подуспокоилась. Раз ты подуспокоилась, стой. Стой. Стой, 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 стой. Ну ой, ой, ой. Ой, вы посмотрите на ту, она без камеры так делает. Чё? Чё? Моя девочка. Не вариант, да, с тобой. С аявриком легче, малышка. Аяврика надо прям забесить, чтобы он так... Ну всё, всё, всё. Когда у тебя щенки будут, что будем делать, Луна? Не смог я тебя приручить. Тинк, 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 тинк. А Лунка, тинк, тинк. Чего ты? Не вариант, да, вообще с тобой? С тобой не вариант, малышка, да? Спокойно, спокойно. Ну не обижайся, малышка. Скажи, хозяин дурак конину долбаную, да? Ладно, хорошо, все, не хочешь, ну. Чего тут поделать? Ты волчица, будем. Будем это учитывать, да, Лу? А поцеловать меня? А поцеловать будем? Иди сюда.
Иди сюда, поцелуй. Ломка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди мне. Да что? Да я. Да что я тебе ничего ж не делаю? А я тебя поцеловать хотел, а ты скалишься сразу. Чё? Да моё солнце. Да моё солнце. Всё, она на стрессе. Она на стрессике. Она на стрессике, да? Ты на стрессике? Поцелую? Ты моё солнце. Ты моя шлётка моя. Ты моё солнце. Всё, моя девочка. Моя девочка моя. Всё, отдыхаем. Моя девочка моя. Всё, отдыхай. Так, кошки гуляют, ты не выходишь. Нет, нельзя. Нельзя, малышка. Нет, нельзя. Нельзя. Нет, 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 нет. Нет, Луна, нет. По-хорошему ж мы решили, да? Мы по-хорошему с тобой решили, да? Нет, 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 нет. А сейчас сделаю вот эту. Хочешь? Вот эту хочешь? Или граф хочешь? Она хочет графу, ради графа, может, согласись. Будешь ради графа? А ну, Лун, будешь ради графа? Лун, ради графа? Точно нет? Да ты мое солнце, какое ты красивое. А? Ради графа? Ради графа? Ради графа? Ради графа? Ради графа? Нет? А чё ради графа? Я ж... Ну, красота ты моя. Пип-пип. Пип-пип. Пип. Ну, давай лапу, давай лапу. Давай лапу. Такая нежная лапка. Ты моё солнце. Всё. Нельзя, Машка. Всё, нельзя. Да, у него характер посерьезнее, чем у Яврика. Яврика смог я подчинить. А эту, блин, помню, в детстве не вариант. Она прям до талого на своем стояла. Ну, все равно слушается, любит. Но когда вот такие стрессовые моменты, с волками тяжко очень. Так, на завтра вот сделал. Это Луна. Луни рис. Это сегодня, после интерсгеля, через часа два. Вот, девочкам взял себе, варю курицу, пипец, на лаврушку кинуть. Бамби тоже поела, вам еще надоело. Мы делать. Это, что-то еще хотел сказать. Ну все, в общем. Так, сегодня мы обманем наших питбульчиков. Сухой корм с бульоном. Будет бомба. Целый этаж туш. Наши ветераны. Ю-ху! Мои красавчики. Как вы заметили, спать не кашу. Ура. Ура, ура, ура. Мои красавчики. Сейчас пойдем. А ну тише, тише. Так, поехали? Поехали, да? Ну, поехали. Почему у меня не три руки, а? Хотя, открой спать. О, видал руки мои, вон. Пойдем, пойдем. Пойдем. Ребят, кто думает, это легкая работа, собаками заниматься и блогерством, тот глубоко ошибается. Я бегаю, как метеор. Я вам отвечаю, если бы я хоть раз камеру поставлю сюда и покажу мой полный день. Вот я... Как вышел, я не сижу, а вот так, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, это помою, это сделал, то сделал, вообще всех, пиздец. Ну, классно, просто я говорю, кто думает, что мало работы, ребят, во, прям во, я один. Все, ребят, последняя кормежка, курица с рисом. На, кушай, девочка, вот так. Честно говоря, я сам вареную курицу съел ваш. Тихо, тихо, а ну тихо. Не пойму, что за звуки. Нельзя.
кушай, девочка. Все, завтра с утра я встаю, арматуру иду заказывать. 3:10. Все, сейчас попробуем вырубиться. 10 часов хотя бы. И ранний подъем. Еще ролик надо делать. Все хорошо. Я хоть покушал, бомба была, отвечаю, так вкусно, блин. Теперь я тоже буду так себе варить, как собака. Все. Давайте. Вот как надо есть. Ай, умничка. Иди гуляй, колобуська. Твой яврик к нему пристает, бедный, уже устал отбиваться. На ночь глядя, что твой яврик обострение был. Все, молитесь, смотри. Все, отдыхай. Молодцы. Я буду спать. Смотрю в Дудя, Тиньков. Убирался, искал эти беруши. Думаю, что меня никто не разбудил. Голова чуть начала болеть. И наткнулся на градусник. Думаю, да, померю. Прикол, померил 36,9. Вроде температуры нет, все нормально. Ладно, надо отдыхать, просто организм устал, поэтому он уже говорит, спи, давай восстанавливаться надо. Всем спокойной ночи. Продав, у меня не было сделки на руках, у меня ничего не было. Я владел дачами двумя на Камчатке и в Астрахани. Все, сейчас я все продам. За этим заводом, господи, рестораном еще вспомню.